Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Хочу поделиться с вами рецептом сливочного печенья. В масло добавляем щепотку соли и растираем лопаткой. Взбивать ничего не нужно. Масло у вас должно быть вот такое, мягкое, комнатной температуры. Добавляем пудру. Перемешиваем с пудрой. Далее добавляем 10 грамм яйца. Я в отдельную миску разбила одно яйцо и взяла оттуда 10 грамм. Стираем с яйцом. Так как у нас печенье ванильное, добавляем ванилин. Просеиваем кукурузный или картофельный крахмал и часть муки. Будем смотреть консистенцию теста. Смотрите, вот такая должна быть консистенция теста. Оно должно быть не слишком густое и не растекаться прям. Из общей массы у меня здесь было 135 грамм, осталось вот столько муки. В итоге муки у меня ушло 90 грамм. Складываем тесто в кондитерский мешок, насадка звездочка, и выдавливаем печенье. Из этого количества теста у меня получилось 11 печеньев. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку примерно на 20-30 минут. Готово. Дать печеньям полностью остыть. Печенье остыло. Посмотрите, какое оно красивое. У него такой сливочный вкус. Оно очень нежное. Очень. Смотрите, какая красота. Сливочное ванильное печенье. Тает во рту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!